откровенно дискриминационное решение Верховной Рады Украины о лишении аккредитации представителей российских средств массовой информации при украинских органах государственной власти является продолжением политики по зачистке информационного пространства страны, в которой нет места альтернативным точкам зрения. Принятие этого документа на фоне последних решений лидеров Нормандской четверки по выполнению минских договоренностей ставит под сомнение заинтересованность Киева в мирном урегулировании ситуации. Цель сторонников моноязычного и идеологически выверенного медиаполя – закрыть российским СМИ доступ к официальным структурам Украины, лишить журналистов возможности получать информацию из первых рук и задавать киевским властям неудобные вопросы. Российская сторона неоднократно обращала внимание мирового сообщества на методы руководства Украины по регулированию информационного пространства, которые противоречат принятым международным обязательствам по обеспечению свободы средств массовой информации. Безмолвие и бездействие специализированных международных институтов, включая представителей ОБСЕ по вопросам свободы СМИ, могут привести к серьезным последствиям для свободы слова на территории Украины и безопасности работы журналистов в этой стране.